аквариумный компрессор Космо 3800, Battery Air Pump, то есть компрессор, работающий на батарейках. Где часто отключают электроэнергию, мы рекомендуем аквариумистам приобретать для подстраховки вот такой компрессор, несложный. Вот. Значит, в верхней части кнопка включения-выключения, однокамерного типа компрессор. Значит, в комплект поставки входит компрессор непосредственно и распылитель со шлангом. То есть вот кто-то в поездах, когда везет рыбок в банке, может воспользоваться, значит, подобным компрессором. Вот так вот подключается. Ну, можно другой шланг, другой длины, с другим распылителем. Это уж тут образно показано. Вот. И вот в этой части вставляются большие батарейки, две штуки. Ну и хватает довольно-таки надолго его работы. Значит, заявленный объем перекачки производителем не заявлен. Ничего не заявляю. Ну, средняя производительность литров 40-50 в час. Но тем не менее, вот у нас, когда аварийные ситуации происходят с электроэнергией, он очень хорошо выручает. То есть включаешь его и можешь спать спокойно, что с рыбами будет все в порядке.